В Москве арестовали бывшего заместителя губернатора Ульяновской области. Евгения Никифорова подозревают в особо крупном мошенничестве. Басманный районный суд изменил ранее избранную меру пресечения. Следствие ходатайствовало о заключении бизнесмена под стражу из-за нарушения им подписки о невыезде. В интервью СМИ адвокаты Никифорова ссылаются на болезнь своего клиента. Якобы из-за тяжелой формы COVID-19 он не смог явиться на встречу со следователем. В производстве Ульяновского следственного комитета находится уголовное дело по обвинению руководителя коммерческого предприятия, обвиняемого в совершении хищения бюджетных денежных средств на сумму 140 миллионов рублей. По поручению руководителя управления Сергея Юрьевича Михайлова, обвиняемый задержан в городе Москве в связи с нарушением им ранее избранной меры пресечения. По ходатайству следователя Ульяновского следственного комитета, в отношении него Басманным районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый был заместителем губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова, а еще успешным бизнесменом Евгений Никифоров, совладелец диатомового комбината, одного из крупнейших в России поставщиков диатомита. Напомню, ранее в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело о мошенничестве при исполнении контрактов с Миноборнауки России. Якобы он получил государственные деньги на проведение научной работы, но потратил их не по назначению.